Всем привет, ребят, с вами Киса. Это ночное подрубание стрима и игра Рафт на ваших экранах. Да, ребятки, сегодня я не просто плаваю на плоту, а со своими дружочками. Привет, Оз, если ты тут. А со своими дружочками хочу найти заветный остров и надыбать маленьких барашков, овечков, ну или какой-то живности, которую можно развести у нас здесь на плоту. Так что давайте поплывем вместе, испытаем это новое приключение вместе и скажем привет-привет нашим друзьям. Ребят, скажите привет. Всем привет. Всем привет. Да, ну вот, как я и говорила, мы почти на целом Титанике. У нас есть нос, у нас есть попа и у нас есть большая катка с деревом. По-моему, больше ничего не надо, чтобы быть Титаником. Но, тем не менее, это еще не все. Если вы помните сейчас, мы в прошлой серии нашли остров на радиоприемнике. В общем, радиоприемник сработал и показал нам наличие острова. Сейчас мы плывем туда. Я думаю, мы не будем больше останавливаться на всяких островах маленьких, да? Я думаю, давай сплаваем большой. Я вам кое-что сразу же раскрою. Там, во-первых, дофига ящиков, во-вторых, там на дне очень много всякого. И железа, и меди, и глины. Всего вообще просто можно обожраться. Обожраться глиной. Кушайте глину, говорит он. Мало. Спасибо, ты очень бобер. И мы обязательно подумаем над твоим просто очень лестным предложением. Так, где наша батарея? Вот она. Пойду сейчас вставлю в радиоприемник. Пойдем, Саша, посмотришь, куда нам плыть. Да, я примерно понял, вроде как. Я тут немножечко занят. Короче, я еще попробовал вот вчера зайти. 423 метра. Зашел в творческий режим и поискал там. Типа пытался создать. Где-то вон там. Ну, я поставил около 30 парусов, короче, они реально, они никак не. То есть они работают как один. То есть представимся, сколько у тебя их. Так, мы неправильно ставим парусы. Нам нужно вот, если я правильно понимаю, то вот туда, вот туда. Парус был на тот большой камушек. Не надо нам тот большой камушек, давай вот туда. Ну посмотрите еще раз, если я еще неправильно понимаю. Всем добрый вечер. Привет. Здорово. Привет, директор. Ой. Блин, короче, сегодня это пошел узнавать результаты ОБ, но сказали, типа, вот есть только сюда, русский. Сюда. Я такой думаю, во, сейчас блин, общество узнает. Вот короче, так. Мне сказали тройка, и сказали, типа, вот пятерка начинается с 20 баллов. Я такой думаю, четверка начинается с 20 баллов. Я такой говорю, типа, и чё? И мой друг, короче, зашел сегодня ко мне такой говорит, вот. Так, все верно или нет? Ну, или я четверка. Что-то такой, не понимаю. Такой, типа, говорю, что за херня? Так, ну что ж, туда повеем. Жень, заходи, проверяй, правильно ли я поставила направление парусов. Правильно ли я поняла направление нашего острова? 67-19, да, же походу. 39-17. Так, поливаем. Нам нужна пресная вода. Кстати, есть автополивочное устройство, но от него толку, грубо говоря, ноль, потому что оно работает на аккумуляторе и работает постоянно. Так, нам нужно решить. Что? Нам нужны опять-таки куча. Куча ресурсов. Кстати, я узнал максимальное количество чаек, которое может быть. Ну, пока не у меня сколько их было, это 6 штук. Хотя, я поставил сколько? 17 или 18 этих гнезд. Ну, что-то это вообще нифига не повлияло. Так, Саша, у нас АФК. Так, рыбка у нас есть по факту. Картошечки у нас тоже хватает, можно вот так вот сделать и поставить все это вариться. А вы в курсе то, что мы плывем не в ту сторону?
В смысле мы не в ту сторону плывем? Не, погоди, сейчас правее. Да, мы не в ту сторону плывем, мы отдаляем. В смысле, еще раз спрашиваю? Ай, 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 ай. Я понял, куда нам надо плыть. Я тоже, блин. Почему не в ту сторону? Там же остров, если я правильно понимаю. Нет, смотри, вот как у тебя на приемнике написано, в том плане тебе и надо поставить. Вот, я туда поставил. И поставил, по-моему. Нет, ты не туда поставил. Фэ совершенно противоположную сторону поставил, а тебя очень сильно... Да ёшкин кот, барашки. Вот, теперь мы приближаемся, смотри. Да нам, это другой камушек. Же. Какому, кому там? Да в смысле, блин. Мы же плывем вроде на большой остров. Да. Ты, блин, чё мне это путаешь-то меня? Я даже буду помогать. Вы его видите? Да, этот остров. Нет. Сейчас надо доплыть, блин. Ну, до него еще путь там 300 метров. А я, походу, что-то вижу. 287. Нет, я что-то вижу, да, я вижу его. Я тоже вижу. Вы что-то там уже видите? Да-да-да, вышка, вышка. Ого! А ну как чё... забираться? Там ну, можно по воде. Там не обязательно по лестнице забираться, там прям чё лестницы. Там собрать. Остров, остров, остров. Большой, вот этот, с вышкой. А там он, кстати, это проплывает. Бочка. Да пофиг на бочке, блин. Задолбали. У нас дерева нет. Так вы не забывайте выключать батарейку. Да. Все, выключите его, мы уже доплыли. Да я слышу, как он пиликает даже. Пип. Пип. Вот там наверху и выключите. Ты голодаешь? А я умираю от жажды. Почему? Я заметил такой баг в игре, то что когда присоединяется, у тебя пролагивает. Причем, директор, не знаю, как у вас, но у меня пролагивает, как у хоста. Это бич хостов. Так, ну что ж, ох, какая интересная, у нас даже а не что, остров, я бы сказала, это какая-то станция. Это не Хуахуа. Нормальное название острова. Поставили? Нет, ребята, да. Бросьте наживку для этого. А, это еще не остров, это так фигня еще. Так, и где здесь, да? Как здесь на него забираться? Тут на один дофига глины, песка и все. А вы поставили этот? Якорь, да. Якорь. Надо наживку сделать для этой твари. Блин, ну почему мир так жесток ко мне? В смысле, Рёх? Чё случилось? О, я забралась наверх. Телефон. Там ящики. Да. Тут много ящиков. А, фу, смогла. Я им тоже об этом уже говорил. Я пока только нашел один ящик. Так, здесь. Что это такое? Что случилось, Стёп, расскажи. Здесь двери. А? Как я... А. Я не могу из дома отправлять Луце. Не знаю почему. А можно эти стулья к себе заберу? Так я тоже хотел, кстати, сделать это. И не только стулья. Ты чё в ластах ползаешь? А ты что? А я чё в ластах? У меня нет ластов. Шлёпает, тут бегает. Ну миленько ж так в ластах-то пощёлкать. Ты как туда забралась? Я? Я пойду, короче, на самый верх открывать сюжетку. Я тоже хочу открыть сюжетку, алло. Мы тут для паркур показываем, ты чё? Ну, вообще-то, да, а вообще-то мы здесь... И! А, ну, почти ладно. А, где-то здесь должен быть ящик, я помню. В смысле, уже что, забрали, что ли, туда ещё? Ну, ладно, пофиг. Вот он, понимаешь, тут уже был, и всё равно себе открывать сюжетку. А вот я не была, показываю контент, и мне контент проходит мимо. Ну, ты мне, конечно, прости, пацан, но давай как-нибудь с этих вопросов... Ищи, ищи, я тебе не буду показывать, делай. Даже не скажу ничего. Даже не говори, вот здесь ящички есть, может, чьи-то ящички. Короче, это какая-то насосная станция. Насёсь. Да. Тем более Гутик занят. Что значит Гутик занят? Мне нужен был остров, а не... Чем я занят? Гутик, ты чем-то занят?
А, он, наверное, имеет в виду то, что занят луксами. Ну, как бы, несмотря на то, что ты не первый, ну, ты я все думаю, равно можешь продолжать это делать и поддерживать. И радовать ее своими луксами. Ведь каждый лутс придает 1% настроения. О, и да. И монетку в карман. Да, на большие да, сиси. Да, да. Да-да-да. Уже не сиси, я хочу что-то другое уже. А мы ждем сиси. Мы скидываемся на сиси. Так что сука, не трогай наши луксы, на что-то другое. Ну вот. Будем копить до старости, а потом уже стариками лет под 70 такие, Кис, ну чё там? Мы накопили, показывай. И я понимаю, что я такая старенькая, сморщена, но сиси у меня как у молодухи будут. Ага, 10 размер до пола отвисают. Ходи, знаешь, как этот... Кто тебя бесит? Луц? Нет. Я. Саша, потому что он первый? Я бешу себя. Ты сам. Будешь... Ты сам себя бешу. Да, потому что я не могу запрыгнуть. Я на кису, за кисой наблюдаю, но то, что ты не можешь запрыгнуть, уже распятый пробегает мимо. Да что-то идет не так. Так, давай, в смысле, смотри, давай ты за мной пойдешь, пойдем, вот смотри, смотри, смотри. Я попробую, это я знаю, пусть нет. Это он. Ага. Так, все, я собрала. А, так ты же тоже женский скин, ёптерный театр. А, так ты на меня смотришь, я не могу запрыгнуть куда-то, да? Ну ты что-то говорил, я... Ой, типа, ты издала звук почти, обном пропала. Я такой даже не обратил внимания на ник, он же этот, на расстояние определяет. Ой, отображает. Так. А ты вообще снизу где-то там бродишь. Все, и где здесь чё? Здесь бы какая-то это... Директор, не воруй, я там все специально оставил. Кис, ползи сюда. Вон, так, я хочу умирать, я умираю с голоду. Я тебе могу свеколки дать. Так, а где наш плод? Пойдем сюда, сюда. Кис, пойдем, кис, пойдем. Кис, ребят, сюда. Я плод наш не вижу. Ребят, киса. Мы в Австралию. Киса, я тут, вот я. Пойдем. Что? Сюда, пойдем. Пойдем играть а, в ляпорту. А, вижу плод. Пойдем, пойдем. Та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам. Только аккуратнее, здесь вот прям вот я здесь ходила уже. Самая жопа. Ну туда я не запрыгнула, да. Заранее просто выпрыгивай, они же далеко прыгают. А, пара-па-па, мама ловит. Примерно с 2/3 прыгай, он запрыгнет спокойно. И здесь мне прыгать, да что ж за жизнь-то такая, а? Я понимаю, что тебя я бешу на луцах, чем насолили. Это же халявный донатик. Конечно, там мало, но... Он хотел быть просто первым у меня, понимаешь, первым. А теперь он у меня не первый. То я закинул вот тебе этот крюк. Типа, крюком поднесешь, да? Слушай, какой у нас, оказывается, большой корабль, посмотрите. И там птица ворует мой... Ах ты, птица! И там вон она, акула. Сюда. Давайте сюда, а то я в искушении забрать. А! Ну почему? Вот я прыгнул на 2/3. Иди, короче, сам собирай там. Давай я даже стрелу оставлю, откуда прыгать. Я специально лут тебе оставил весь. Я его не трогал. Иди давай прыгай. Смотри, вот я тебе даже стрелу оставлю. Вот отсюда прыгай. Ненавижу. Я тебе даже стрелу оставил, понимаешь? Вот я тебе метку оставил, оттуда прям прыгай. Видишь стрелу? Да. Ну, ящик, во-первых, не трогай, он киси нужен. Ты рано прыгнула. Нет! Да, ты на шаг раньше прыгнула. Ёшкин котик! Хорошо, давай я где-то. Я сейчас умру от голода. Подожди меня, где ты там бежишь? Подожди меня. Подожди, смотри, попробуй. Дай я... Прыгай! Нет, надо вот к краю подходишь, типа. А, ты к краю? Shift нажмёшь хотя бы. Я shift зажимаю. Иди давай, иди. У меня shift просто уже, знаете... Я не молодой, я уже 16, я уже прожимаю картошку. Проходи, не стесняйся, не столкну тебя в воду. Подожди. Давай. Да подожди секундочку. Это что проходи, не задерживай. Проходи, не задерживай. Сейчас за трусы как схвачу. А, я просто умираю с голоду, поэтому я не могу на шифте ходить. Короче, ну вас нафиг, идите сами собирать. Тут.
Мама, 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 там была акула. Не умри, короче, я собираю и иду к жрать. Идите. Лишь бы пожрать душу, травить. А, у меня же была рыба. Ничего интересного. Там вообще что-то есть хоть? Шарниры, стекла, такая фигня, короче, метафоры и все. Не, ну башенка прикольная, даже птица на уровне. Предки, сограбим корабль. А нет, это какая-то... Всё это, как его? Под водой нет. Все собрали? Нет, я не плавал под воду. Под водой там тоже ящики есть просто. Ящики плавцы. Так, я под водой вроде пролазил, но что-то ни одного ящика там. Я два минимум собрал под водой. Два? Странно, я вообще ни одного не могу найти. А я не могу там рафт поставить, там нету ни храма, рафта, Степ. Вот на ГГ рафта нет. Я не могу там эту игру выставить. Я когда стримлю рафт, я на ГГ пишу Майнкрафт какой-нибудь, World of Warcraft, что, все, что находит на слово рафт, это вот эти вот игры. Он еще рядом плавает, купает за задницу. Чайка. Ребят, поддержите это меня. Чё? Киньте мне пару лутов. Я попал. Да, ты попал. И забирай добычу. Снайпер добыча. Мне стрела нужна. Я Робин Гад. Робин Гад? Спасибо, Степ, ты спать, да? Я Робин Гад. И не каждый мне рад. Я понял, что... Я так понял, что ты гад, мог бы даже не объяснять мне. Ой-ой-ой-ой, акула. Интересно, а куда вы все гнезда дели? У нас одно было одно ящик, гнездо. Вот одно. У нас было гнездо в ящике лежит. Немного столбей уже... Не, я свой запущу. А-а-а, какое? Кого? Фу, все, я готова уплывать. Поехали. Все? Да. Что, не появилось нового места? Эй, эй, эй! Ну так ты, ну тебя, да. Что вы наделали? Я же бы убил ее. Никит, привет. Ладно, меня сегодня Даня заменит. Ай, акула, у меня нечем бить, ребята, акула. Она что там? Ловушка. Брысь, да вот же, вот самый край. Все, пока ловушка. Это плохо, давайте уплывать на следующий остров, что ли? Чтобы здесь давай. Не задержаться долго. Да. Сегодня без меня. Ну, если без тебя, то сливаешься? Да, не знаю, да, 4 раз. Вот так, да? Мы ради него в рад зашли, а он сливается. Ну все. Ты знаешь, я тоже не хочу, но я терплю. Ах ты, ах! Вот вы люди какие, а! Все, я поднял як и погнали. На Ютубе? Почему нет? Есть лутс у меня на Ютубе, что ты же что там на Твиче, Ютубе, Сместители и... Сместители? Смарткаст. Смарткаст. Он, видимо, так перевел Смеситель. Смеситель. И еще Смас... Миксер. А нет, Смешкаст. Ты ссылку не видишь? Он нас променял на Доту, репорт. Сейчас ему в нос напишу, где он там. Кстати, Саня, знаешь, что забыл спросить? Что? Видел, что анонсировали сегодня? Что именно? LOL Auto Chess. Да, да, в LOL-ке добавили эти шахматы, как из Доты. Ну блин, они популярны на самом деле. Даже мобильная версия есть. Представляете, да? Да. Габен хотел купить эту карту, но его послали куда подальше. Габен хотел купить эту карту. Чем вам так нравится авточес? Я не понимаю. Я просто не пробовал, как-то меня не тянет. Я сидел просто на работе и играл в авточес. Как бы все. Так, что я могу сказать? Променял я не на доту, я пойду в кастом какие-нибудь играть. Не знаю, просто раф что-то не заходит. Я-то думал, ты с нами отправишься последний раз. Последний класс. Кис, я не хочу с тобой прощаться. Я еще вернусь на твой стрим. Ну ладно. Чего? Так, давайте нам сейчас...
Что-то такое не сработает. У нас пол корабля уже съела акула. Как да, его строить, если акула ест корабль быстрее, чем я его строю? Как жить? Укреплять его, тут даже укрепить можно его. Но это очень дорого. Да, только у нас нет ресурсов на это, очень дорого. Вот в чем проблема. Да, поэтому давайте поплывем уже и уже будем, будем хватать ресурсы. Мы плывем, я собираю ресурсы, но... Так, а что нам нужно для... О, бочек много есть. О, у меня тоже корабля есть, надо помочь. Включите, тебе, пожалуйста, ребят, этот. Ого. Этот радиоприемник, чтобы новый остров найти. Но это не ко мне, я тут грябу. Грябишь, да? Да, грябишь. Мне бы, кстати, желательно удочку кто-нибудь. Есть, есть новый остров. Налево надо нам, срочно. Налево, назад чуть-чуть. Так, я пошел себе удочку сделаю и порыбачу, потому что... Так, вот он мне говорит, подтвердите действие на странице. Где мать ее? Так, сейчас должен прийти лут. Давай, строить металлическое копье и тыкать акулу сильнее. А, тебе надо, короче, подтвердить. Во-первых, смотри, ты вводишь, если ты заново регистрируешься, ты вводишь, типа, свой никнейм, мейл, и тебе надо на мыле подтвердить. После мыла ты типа переходишь по ссылке, регистрируешься на сайте один раз, и все. И потом лучше без вот всякой вот этой хрени отправляется. Просто ты пишешь сообщение, вводишь этот код, типа от ботов. Ну, там, знаешь, картинки выбираешь, и все. И все, вот тебе легко и просто лучше начисляется. Ребят, очень. То есть, просто один раз регистрируешься, это, конечно, немножко заморочено, но всего 2 минуты занимает, а потом просто кидаешь каждые 15 минут. И киса получает монеточку в копилочку себе на сиси. Ну что сразу на сиси, я не поняла. Ну мы тут на сиси собираем. Я уже, нет, я уже хочу не сиси, я хочу уже другое. Вот ты хочешь, ты и копи на другое, мы будем на сиси копить. Я согласен с тобой, понимаешь, чувак? Так, 16-летний... Снова не давай! Эй, верните меня, пожалуйста! Эй, плот, не уплывай! Плот, не уплывай! Ты упала, что ли? Я за бочкой нырнула, все. Останови это. Все, я тут, все, хорошо. Бочка. Спит. Блин, я забыл выключить этот радар. Радар. Строить металлическое копье, тыкать акулу сильнее. Вот что нам сказали, понятно, да? Да иди-то нафиг, я знаю, что я картавый, и все. Довольно? Ой! Да я не этого добивался, меня просто забавляют люди, которые картавят. Не в плохом плане этого слова. Да, с тобой все понятно. А в очень плохом. Ага, извращенном там. Так. Почему все на это обижаются? Я не знаю, я бы с удовольствием хотел картавить. Типа это прикольно звучит. Ак я старался. А я не люблю картавых. Ну, в том плане, что меня не возбуждает ни капельки. Сказали с матом, типа, лучше так не делай, типа ты оскорбляешь вот людей, которых. Это дефект. Так старайся получше. Не получалось. Хочешь картавить? Выучи французский язык. Кстати, где она кушает? Тоже... Где она кусает? На! Да! Ах ты сволочь такая, а! Сила. Что ах такис? Все великие люди картавят. Ну, прости, Стёп, я говорю как есть. Есть люди, которым очень нравится, вот Морке очень нравится картавые люди. Она, наверное, слушала бы вас и, ну не знаю, мокрела бы на глазах. А есть те, которые не реагируют на них никак. И... Вот Жиза, я про первый пункт. Я, конечно, не теку, но меня это забавляет, я не знаю. Так народ говорит, отставь сборы. Ну, Стёп, ну что ты прям, я не знаю... Так, я вот отойду, представь встретить девушку картавую, как она рычит. Уф. Фу. Чё фу-то сразу? Фу. Представь, ты бы не мурлыкала, точнее, не муркала, а мурлыкала. Мурррр, так знаешь, ррр, так красиво бы звучало. Это некрасиво. Чему это некрасиво? Блин, не знаю, у меня, честно говоря, картавость ассоциируется с детства. Знаете, типа вот маленький ребенок, которого еще. В общем, вы поняли. И, следовательно, для меня девушка картавая — это девушка маленькая, не сексуальная, которая нужна... Птица, брысь!
Ну, хватит. А вот нечего, птиц. А вот нечего стоять и на картавых дрочить. Вот понимаешь, надо ждать. Я не дрошу. Ну конечно, птица уже несколько раз клюнула и успела, а ты вот даже не среагировал. Она только чайкнула разочек. Да конечно, чайкнула разочек. Я успела схватить копье, добежать до нее и тыркнуть в нее копьем. Ну, правда, не попасть, но неважно. Так вот, говорю, для меня люди картавые, это как вот дети, вот понимаешь, для меня не сексуальные объекты совершенно. Как можно хотеть ребенка? Ну, для меня никак. Я ни разу не слышала ни одну сексуальную девушку, которая картавит. Вот, ну, не, ну, вот, ну, найдите хоть одну. В случае парни. А парни вообще... Нет ничего круче, чем чистое на ушко. Понимаешь? Ну, мне никто не рычит на ушко. Я упал! Я упал, и меня кушает! Меня кушает меня! Стой, плод! Стой, плод! Я не доплываю до тебя! Стой, плод, блин! Ты доплыла? Да. И она, вот она прям хотела мою попу. Картава, я сказала картава. Не, ребята, я ничего против картавы не имею. Как, пожалуйста, просто для меня это, ну, не тот сексуальный объект, за который я буду смотреть, знаете, и плыть. Вот, ну, чуть-чуть не то. Каждого свои фетиши. Да, вот, ну, не мой фетиш. А какой твой? Я же сказала чисто на ушко, ну, что-то не понял, да? Шепотом, мужской шепотом на ушко, это прям мурашки по телу, ну, в общем. Это... Шепотом можно прорычать? Да. У меня голос не сможет так сделать. Чё это? Ты начинаешь сразу что ли орать? Тебе голос, который заставляет орать? Просто это будет не слышно. Так, птица, иди. Иди, только не говори, что ты теперь ее опять не видишь. Я курю. Вот так, понятно, да? Вот все, стреляю. На. Бэмс. Добычу добыл. У меня место нет. Сказал, музей сделать. Ой, я есть хочу. Я тоже. Как я хочу не в игре, а в жизни. Но, к сожалению... Тебе мама не говорила, что надо кушать, готовить чаще? О, живот сводит так. Кушать хочет. Мама не предупреждала, что я буду работать по 4 часов и спать по 4 часа. Мама, ты не предупредила, что ты встретишь киску, с которой нужно будет играть? Вот маму тебе не подготовила сына, а? Мама меня рано покинула и сказала, братан, держись. Я тебя создала, а вот что тебе делать, ты уже сам решай. Я такой, окей. Батя тоже так сделал. Я такой, ну ладно, хер с вами. Буду жить с котом и не убивать. А, рыба! Ну хотя бы можно в игре наставить. А где Грим? Привет, Грим. Я не успел нарисовать, так как у меня начался стрим. Ну вот пришлось вот так. Но, если честно, у меня была мысль такая взять бумажечку, прицепить ее, так сказать, к камере. Вот примерно в районе моего лица. И включить камеру. Типа, знаете, вот Грима нет, ребят, ну вы держитесь. Я сделала себе маску. Я твою раскачаю на телефон и буду перед сном включать. В смысле? Какой майор? Я ничего не делала. Вот ты не наговаривай на меня нехороших, ладно, плохих слов. Ладно, хоть не мое. Ты пытался его закартавить. Так, я умираю от жажды. Вообще-то я шепотом рычал. Налить, попить. Подожди, налить. Налить. Ну, я тут это... Так, я слышу... Да, я слышу. А ну, манзай! Она откусила! И я потерялась. Ох ты, сволота-то какая! Бочка! Подожди. Стоп, не уплывайте без меня. Ай! Она меня кусает. Все, я жива, я на плоту. Ушел, походу. Попов? Попов. Поф-поф. Далеко не попали. Попов. Вап-вап-вап. Фап-фап-фап. Так, что я хотел? Я хотел... Я вижу слева остров. Большой-большой. Где? Колотить слева. Прям ядрить, колотить гигантский остров. Прям как... Что, наконец-то увидели большой остров мы? Я опять упала в дырочку. Ёшкин котик. Все тебя в дырочке тянет.
Надо больше кушать, чтобы не пролазило. Блин, господи. Давайте тоже всякие дырочки там падают. Так, где он? Реально. Там однозначно барашки будут. Мне кажется, либо там птица слишком большая. Там животные есть. Там есть животные. Там есть животные. А у нас есть для них силки, ребят? Птица, это птица Додо, скорее всего. Я не знаю, но здесь есть. Ребят, у нас есть силки для животных? Нет. Нет, надо сеткомет здесь сделать. Сеткомет, давай, тащи сеткомет. Мне кажется, эта птица сделает из нас птенцов. Сделайте сеткомет. Паш, по-моему, тебе петушка не сделал, все остальное терпимо. Так, вперед, вперед, вперед. К самому. Нет, ну знаешь, это... Выгодно быть птицу. Птицу. Она хотя бы будет кормить нас. Да ладно. Пасть раскрыла, где червя. Да, ребят, ну пользуясь моментом, хочу пригласить вас всех в наш супер-мега-теплый дискорд. Я нахожусь... Че там, ребят, поддержите кису, отправьте ей хотя бы одну луц. Не успела прочитать до конца. Очень, кстати, мало висят вот сообщения. Реклама больше висит. Они у тебя в ЛС. Вот. Так, потом... Ну, это у меня на сайте, ты имеешь в виду. Так вот, ребят, супер мега теплый дискорд стрим World, в котором нахожусь не только я, но и другие, кстати, не менее крутые. Ну, я прям себя зачисываю села. Не менее крутые стримеры, которые всегда готовы с вами поделиться своим настроением, поиграть с вами, пообщаться, ну или послать свои самые лучшие интимные детские фотки. А еще там есть я. Пара-па-пам! Я почти доплыла, кстати. Я вижу какую-то черную хрень. Это кабан. Переросток кабан почему-то. Кабаница, хромосома. Ты как-то криво гребешь, тебе не кажется, мы почему-то построили свой в сторону. Да? Немножечко так. Ну. Надо направление поменять. Готовьте, пляжу. Готовьте этот, готовьте. Я бучка пляжку приплывает. Направил. Там птеродактиль летает, может, ну его этот остров? Нет. Мы к нему я так долго. Это, я так потому долго что это плыли. Этот грифон какой-то, это. Я даже не знаю, кто это. Мне кажется, мы его. По-моему, это бочка меня. Преследует. А вон акула. Мы от бочки уплываем, господа. В сравнении с этой птицей, акула тут ничто. Птица, фас! Ну, пожалуйста. Кар, кар, кар! Это было больно. По ушам? Да. Ну, ничего, потерпишь. У меня кашляет чувак. Все ж ничего замучил. Нечего было пить вчера так много. Так, что у нас тут? С тобой же там ром распивали, 10-летний. Ну вот, нашли... почему у меня все хорошо, а у тебя все плохо? Потому что я выпил больше, чем ты. Катилди, катилди. Так, съела я вашу курицу, простите меня великодушно. А где моя... Как ты могла, я же голодаю. Где моя миска, ребят? Кто мою миску стырил? Это не я. Ну вот. Миски нет, но вы держитесь, ребят. Почему мы остановились? Почему не плывем дальше? Якорь не скидывала? Фу, нет. Ветер, наверное. Что, где эта штука? Да, ветер нам мешает. Поэтому надо плыть туда. А у меня заканчивается лопата. Сейчас от моей лопаты ничего уже не останется. И остров останется вдалеке. Я тебе помогу. Давай гребсти вдвоем. Давай. Давай, вдвоем помогай мне, брат. Брат Саша, раз, помогайте. Два. Раз, два. Эй, ухнем. Эй, ухнем. Или как там это, на каноях плывут? Раз, два, раз, два. Ай! Все, у меня закончилось. Левое, правое, раз, два, три. Блин, левый. Досок нет, но вы держитесь, блин. Где? Где? Я почти доплыл, почти доплыл. Где? Ты готовься якорь скидывать? О, я хорошо. Смогу. Давай, говори. Я смогу. А. Чуть-чуть. А где? Где тут? Как нажать? Где нажать на якорь? Скидывай. Подожди. Скидывай. Yeah. Там где-то штука, крутилка. Все, все, да, скидываю. Все, можно этот. Йоу! Обитать. Е, мы на суше, ребят, мы на суше, мы дожили до этого. Суша, дай поцелую тебя. Я наконец-таки на суше, я не плаваю. О, хорошо так. Хар. А, блин, мне пить захотелось, отлично. Так, белый цветок.
Земля! Я вижу землю! Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе одна. И снится нам там что-то, не помню что. Далеко смотрю. Так, не надо, мне сейчас треки полетят. Кстати, не понимаю, почему тебе... Летят тебе что-то там, какие-то баны за этот... Слушай, ну то, что многие используют... Да, страйки за то, что там, типа, ты пользуешься джой музыкой. Хотя многие это делают. Что это звук был такой? Птица, это была птица. Это была птица. А давайте тут и поселимся. Я не против, если можно. Тут нельзя сделать какой-то дом, к сожалению. Это не субнатик. Тут такого нельзя. Дом с субнатиком такое. Опа. А разный мультиплеер? Субнавтика, мультиплеер. Есть, мы играли в Субнавтику. Мы играли в мультиплеер Субнавтики. Все, я готов на эту птицу охотиться. Дайте мне ее один на один по краю ее. Давай, вперед. Давай, искни, так, ты там это сеткомет сделал? Вот она, я ее вижу. Она кого-то... Это знаешь, как вызов спасибо звучал. За подписку. Подписку. Подписку, блин. И подписку тоже. Чё-то я ни одного этого кабана не найду, ребят. Где кабаны все? Он где там сет... сверху обитал. Где сеткомет? А как нам наверх забраться? Пешком. Чё за херня? Письком? Письком, письком. Блин. Так, арбузы я возьму. Кабан на меня напал. А! Птица! Меня куснула птица! А меня кабан. Ёшкин кот, кабаны еще и кусаются? Да. Ты чё, он же хотел дикий, конечно. Наконец-таки первый раз человека увидели, да, дайте куснем, а то вдруг там что-то и вкусное пришло. Птица, птица в меня летит, от меня летит. Вы дерево нарубили, смотрите, сколько деревьев стоит. Много. Я сделал топор же, чтобы рубить. А сеткомет? Нет, я же... Сеткомет надо для него сделать. Надо снять две сеткометы сделать. Они нужны взрывчатый порошок, а взрывчатый порошок. То есть мы так долго искали этот остров, да, чтобы прийти и понять, что нам нечем ловить животных? Вы это хотите, Мит? Кабан! Будем просто их убивать. Не, у нас... Ничего себе, ребята, кабаницы! Кабаницы атакуют! А кабаницы, дерево! Та-та-та-та! Мы на... Это, на кориде! Иди ко мне! Ха-ха! Еще! И еще одна попытка сбить дерево. Ну, давай, вперед. Ю. Ихо! Кабан. Иху! Так, что, долго мы с тобой еще здесь будем в Родео играть? Давай. Ты в другую сторону побежал, ничего? На! Мне бы железное копье. Иди ко мне, тут на кабана охочусь. Ну как охочусь? Парочку раз я его чпокнула. Деревьев много только. Акула, это же вчерашний день. Вот птеродактиль, кабан уже интересней. Давай. Он меня на рогах потаскал. Сволочь. Тут деревья не добываются эти. Ребята, он меня на рогах потаскал. Уху. Где-то там на кабане. Наверху, ну слева, на острове слева. Примерно. Давай. Серьезно? Кабанидзе? Просто все деревья не добываются, к сожалению. Кабан? А я-то думал. Кабан, а можно запрыгнуть наверх? На сучок? Да. Ну и деревья, конечно. И долго мы так будем нет. ходить? Придет Саша и убьет кабана? Матерь Божья! А, ты увидел кабана? На рогах его! За дерево прячься. За дерево прячься, и он не попадает за дерево. И стреляй в него. Чё, где? Где кабан? Сдох. Подожди, как же сеткомет? Ребят, я хочу скрин. Я хочу скрин этого. Свинка! Это свинка, стой, не вертись. Я тебя впечатлею. Так, ребят, кабана победили. Это хорошо. Так, ставим вот сюда. Все.
Так, все, да. И теперь я красавчик. Теперь, значит, ты. А у тебя так же, да, как и акулы, эти зубы торчат вокруг? Нет, вообще ничего не торчит. Круто. Так, что я хочу птицу, что мне? Так, а я хочу сеткомет, я жду, когда наш Данил... Ты убила единственное животное, которое... В смысле? Это ты убил. Ты просила помощи. Ты зверюга. Я с ним так долго играла в прятки. Я хряк. Ты зверюга, ты живодер. Она летает, она на нас что-то кидает, она камни кидает, слышишь? Что она кидает камни, она где-то чуть... А у нее там по-любому большие яйца. У нее там по-любому большие яйца. Я имел в виду про гнездо. Конечно, конечно, я тоже это имел в виду. Это теперь не рафт, это мать его Payday. А тут еще какой-то большой. Опа. Ты серьезно, что ли? О, еще один. Ты говоришь, не единственный свин. Ай. Так, здесь моя может скинуть. Я скатился. И он тебя скинул, да? Теперь еще и меня скинул. Нет, я скатился. На! 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 А! Как мне добраться теперь? А! Убегай, убегай обратно, я к тебе побегу. Нет, я ее убью! На! Бей слегка. На! 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 Что это? На! А! На! На нем твоя стрела из попы торчит. Все, убили. Стой, киса, теперь я хочу кабана. Ничего не знаю. Стой, дай я тебя хоть тоже заскриню. Че я хрю-хрю. Птица с яйцами. Сзади птица! Камень! По хребтине прям. Ребят, сделайте клип, пожалуйста, сделайте клип. Я хочу этот момент в клип, пожалуйста, сделайте клип. Это просто обалденный вид, когда я поворачиваю камеру, камень летит на меня. Клип, пожалуйста, клип. По хребтине птица вшатала. Мне больно и смешно. Мне вообще-то тоже больно. Тебе по хребтине камень. Ну конечно. А! Все, я сдохла. Я сдохла, поднимай меня. Тут какая-то маленькая курица бегает, прикинь. Да, ее тоже, кстати, по-моему, можно поймать. Где мясо? Нет мяса, есть кожа. Меня нужно поднять, ребят. Кто-нибудь поднимите. Я пала жертвой Саши и кабана. Тут еще кенгуру. Я хочу сеткомет. Я хочу кенгуру. Саш, тебя меня поднять, потому что больше некому. На плечо закинули. Все, потащили. Ну, кабанья голова на голове. То есть на плече у тебя это плюс к весу. Нормально, я сильный. Сильный, независимый мужик спасает кису. Спасает свою свинку. Хрю-хрю. От птицы, которая кидает по хребтине камушки. Так, а где плод? Вот если бы я не стояла, не фоткала с тобой, селфи не делала, то как бы все было по-другому. Пойдите спать на камне. Вы же понимаете, да? Я понимаю, что от нас все ливнули, бросили нас. Предатели. Вообще, да. То давай играть с нами рафт, давай играть с нами рафт. Потом взяли и тихо по-английски ушли. Так, а все, я готова ложиться в кроватку. Да, кроватка не готова принимать тебя. Баги. У меня привет. Просто свинка на голове. Может, она меня просто не знает. Не признает свое, понимаешь? Я сделал дело. Так, все, хп нет, я сижу на базе, а ты иди. И... Я подумаю, как сделать сеткомет. Подумаешь или сделаешь? Я подумаю. Вообще надо отхилиться мне, потому что мне плохо все. Надо рыбку закинуть. Убиваешь пожариться. Такая кабанов, кабаны так и не попробовал ни разу кабанину. Ну вот да. А где это все было? Вообще. Вот это сеткомет, да? Микросхема нужна одна. Микросхема. Чтобы сделать одну микросхему. Нам нужен сок лианы, пластинка и медь. Так, сок лианы, говорите. Вот это тут было куча сока. Вот тут, да, наверное? Да, вот так. Где свой стакан оставил? Все, осталось медный слиток. Сделаю микросхему. Хочешь, тебе дом арбуза поешь? Я стаканчик нашел. Так, и значит выпить делаем сетку. Мед. Но в нем нужна батарея. Или что-то неправильно понимаю. Что такое сеткомет? Батарея. У меня, кстати, кожа кабана есть.
И у тебя, скорее всего, тоже есть кабана. Чего? Кожа. Посмотрите, какая это фигня. Какая у тебя там фигня? Это смотри, что такое? Это сеткомет? Ну, что? Не знаю, но туда нужна батарея. Может, он создается там, этот сет? Не знаю, давай попробуем. Неправильные вы пираты. В смысле мы неправильные пираты? Мы не пираты. Так, о, акула, 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 акула. Не трогай ловушку, и так же ловушки не осталось. О. Есть чем починить? Сейчас, починить. Так, что я там делал? Я что-то делал, но забыл, что. Ножницы. Отлично, режу 6. Пойдем кабана пострижем. А как ты его пострижешь? Объясни мне, пожалуйста. Его надо иметь дома у себя, я так думаю. Я буду очень стараться просто. Он будет пробегать мимо, такой, харысь от клочок, да, харысь клочок. Возьму стул, шатаю его, и все, готово. Стулом? Ну ты монстр. Так, где тут наша батарейка? Ты кушать хочешь? У любви у нашей села батарейка. Ой-ой-я-йо. Так, а как ее включить? Батарейка. Как этот душ включить? Объясните мне, пожалуйста. Происходит. Убиваешь так, как колбасу кабанов, кабанины так и не попробовали ни разу. Мы поэтому такие плохие кабаны? По-твоему? Так, ну я не поняла, ребят. В чем смысл этого сеткомета? Ты его поставила? Да. А батарейки в нем есть? Да. Ну, я не понимаю, как он... Я не знаю, как включить его. По-моему, похоже на какой-то, знаете, этот... На душ. А я правильно все сделала? Я то скрафтила, что надо. Наживка для акул. А, нет, я не то скрафтил. Это душ какой-то реально. Это какой-то душ. Ты думал, что... Ты думал, что это сеткомет? Да. Это же не грядки-поливалка. Грядка-поливалка, блин. Вон там прям написано сеткомет. Все, 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 дядя, все, не бушуем, я нашла. Чержом мне нужен. Какие лошадки сидят и ржут. Блин, мне нужен теперь слиток меди, слиток вот так. И где там сеткометка? Вот она. Все, сделал тебе сеткомет. Мне? Да, ну ты у нас метки, ты у нас стрелок. Чего ты удивляешься? Так. Кстати, мне надо лук сделать. Веревка нужна. Так соклянная. Вот. Она соклянная перед ним есть. Кто есть? Соклянная. Да, есть. О, попить что ли? Ой, хорошо. Так, можешь мне за одну минуту до 12 напомнить? Что? Просто напомнить. За одну минуту до 12 могу. Так, и мне надо еще что-то сожракать. Переводить надо нормально во всем, локализатор виноват. Да! Вот с тобой полностью согласна. Все поняли, да? Не я виновата. Это отсутствующие нормальные локализаторы в команде этой игры. Так, я готова. Ежели что. Я пытаюсь найти болт. Болт я крафтил, он меня последний забирал. Что тебе нужно? Дать этот, что ли, сеткомет? Я хотел лук скрафтить. Нужно два сока лианы и один
Давай болт сделаем, и все. А его можно сделать? Да. Он крафтится железо, на, я тебе сейчас... А соклян из чего ты будешь делать? Из этих водорослей. А они у нас есть? Да, полно. На, я тебе сейчас... Два соклян. На, я тебе положил, на. Сейчас тебе сделаю. Раз, раз. Все, жди буквально еще чуть-чуть, и будет соклян. Сколько тебе еще на сокляна? Две штуки все надо. Да вот же там одна лежит еще, да? Тебе одну еще надо. Болты да. Забрал, так понимаю. Да. Окей. Так, из глины мне надо сделать чашечку, потому что мне нечем суп собирать. Вот так. Замечательно. Опять она, опять она, опять она, опять она. Ты эту ловушку на. Починила? Да. Или, знаете, 35. Если мы птицу бьем, птица этот даст нам свою морду? Да, птичку. Я думаю. Это было бы круто, на самом деле. Собирай, иди. Сок Леон, да, он уже сделан. Да? Да. Лук, а готов. Так, блин, здесь не хватает деревяшек. У нас проблема... Да, у нас проблема с деревяшками. Чему вон там есть немножко? Чуть-чуть вот совсем, но это очень мало. 40 штук. Очень мало. Пошли. А на что тебе готов? Надо? Готов? Там просто деревья, видишь, нельзя собирать. Вот эти большие, их нельзя собирать. Для нее. А вот эти маленькие. Ты сеткомет сделал? Давай да. Сеткомет. Тебе сеткомет дать? Ну ты же сказала, что я буду вроде. О, на. А он как... Нет, амо. Амо нету. Сетку надо сделать какую-то, видимо. Сеть-ловушку, наверное, надо сделать для него. Ну, давай сделаем сеть-ловушку. Так, сейчас я возьму. Надо? Дерево? Я или возьми, давай. Возьму, да проверим. То или не то. Может, мы ошибаемся. Хотя, мне кажется, это оно и есть. А почему это выглядит какой-то бочонок? Непонятно с чем. Да как он меня укусил, сволочь! Нет, это, походу, не оно, кстати. Увидели, как вот это вот летает, плавает, смотрите. Поплыла, поплыла. Слышишь, киса? Что, что, что? Это не оно? Походу, не оно. Дай мне сеткомет и посмотри, что он пишет. Йоу! Давай, я на нашем этом. Слежон, чтобы его привет, ГОСТ. Гост, так с нами не поиграл? На, сеткомет. На, лови. Где ты? Вот, я перед тобой прям стою слева. Может, у нас просто не изучено это? Ну, он... он, блин. Че это такое? А может, типа, нужно на животное нам на это... повернуть? Все равно пишет, нет, амма. Так, а что у нас тут есть? А, патрон сеткомета нужно делать из взрывчатого порошка. Чего? Взрывчатый порошок. Пойдем их просто убивать. Сейчас только птица вот эта хрень маленькая спустится. Мне нужно будет сделать копье. Мне нужно для этого 8 деревяшек. У меня просто от копья почти ничего не осталось. Не пугай только птицу сейчас, я понимаю. Хорошо. Вот так. И дерево лишнее мы убираем. На всякий пожар. По приземлиться я пойду попью, а то у меня опять... Что очень быстро вот стало, это тратится вода и всякая фигня. Ну чё, готов? Мы готовы пойти с тобой. Птица летает над нами, гадюка. Я хотел дождаться маленькую птицу сначала. Дождись, дождись. Ну ладно. Даже если я тут полазю. А, так она улетела, да? Или нет? Здорово, корова! Гост, ты у нас уже дома или не дома? Я так не поняла. Это чё? Большой остров, от деревьев нельзя летать, так неинтересно. Вообще, да, пусто. Зёпа. Чё, стриминг-эррор? Empty stream channel resource.
Try reconnect your account. Oh, connect что? Support. Это мне написала программка. Чавось, я говорю, ты уже дома? Все, точно? О, я вижу что-то. Слышь? Что? А что это такое, интересно? Я хочу туда сходить. Жабе лепешку ты видишь. Смогу ли я? Блин, наверное, нет. Наверное, нет, я не доплыву до туда. Птица не хочет ко мне спускаться. Так, а это что за камень? Просто камень? Да, скорее всего. Ну, окей. Короче, в жопу пусть она это одно семечко съест, подавится им, потому что ждать ее. Окей, окей. То же самое, что ждать пенсии. Гост, я говорю, ты уже дома? Расскажи, ты у нас уже дома? Вот я только отошел, сразу прилетела. Вот, вот. Закон подлости. Умри и будь шашлыком. А да я уже дома кайфую, все же дома лучше, хотя и в палатке тоже весело жить. Ну давай, рассказывай, я понимаю, что вы отдохнули хорошо. Ай. Напились, наелись, надышались, накурились. Мой маленький хрен, где ты там бегаешь? Иса. Да, что? Я и по острову бегаю. Бурьяна. Вокруг отбегаю, сейчас, походу, к тебе выйду с другой стороны. А я за тобой побежал в ту сторону, куда ты убежала. Блин! Когда в Москву ты переезжаешь, Гост? Сколько нам ждать? Кстати, ягод я так и не нашла. Я. Может, где-нибудь наверху. Я, кстати, все еще не вижу. Ягод был только. Ягоды были только на одном острове изначально. Все. Это я что встречала. Да, отдых получился хороший, хотя по соревнованиям мы в этом году не лучше заняли 22 место 27. Фу, лузеры! Но все равно, я думаю, там главное не какой-то итог, правильно? То есть не высокое место. А участие, отдых, коллективные действия. Ну и, конечно же. Кис, меня птица обижает. Где ты там обитаешь? Да я тут прям вот. Я вот тут. Где тут? Видишь большой. Знаешь, где большой камень находится? Да. Дуй к нему. Тут все потому большие тоже камни. Самый большой, прям такой библос большой. Чаще земли, как подъем какой-то. Потому что по мне птицы камнями кидаются меня. Пока я тебя тут жду и высматриваю. О, ананасик. Бля, ты вообще с какой-то не той стороны. Подожди, жди, я сейчас к тебе сам приду. Если у тебя есть возможность подняться там вообще. Вот, смотрите, какая там фигня опять плавает. Лут плавает. Так нам глава города каждый день заезжал, правильно проведывал нас, историю нам разные рассказывал. Тихо! Камню! Правильно. Все, прячемся за деревом, и нас птица камнем не попадает. Ты решил, походу, там весь остров оббежать, как я понял. Да, но только я уже здесь дальше не смогу пойти. А, я вижу птицу. Я видел птицу. О, что это такое там? Видите, смотрите, я вижу, что... Ах ты сволочь такая. Ну, там, по-моему, подняться не смогу. Видите там что-то с той стороны? Зря, наверное, мы сюда пришли, здесь пройти нельзя. Там подняться, скорее всего, нельзя будет. Хрю-хрю, мафака. О, хоть что-то здесь можно добывать. Что? Где макияж Хака? Не успела. Блин, не успела. Так, иди сюда. Я говорила, я предлагала, говорю, давайте я сделаю такую беленькую, кругленькую бумажечку, на вебку навешу. Вон, видишь, там что-то на той стороне? О, какой ты! Я стоял, думал, здесь пройти нельзя. А, это дерево. Ты про полено говорила? Что за да, это... Вон, нас три бочка в воде. Это мы на остров приплыли, наконец-таки, на остров, и тут теперь деремся с кабанами и... большой страшной птицы, которая кидается в нас камнями.
Сволота такая, а? Сволота! Мы охотимся за ее большими яйцами. Вон она полетела. Да, так мы пока не можем подняться, потому что... Потому что кое-кто, да, кое вот сюда. Кое-кто решил погулять. Я не решил погулять. Мне... Миксу. Местный птеродуктиль, да, это местный птеродуктиль, раз. Во-вторых, ребята, еще раз говорю, призываю вас всех, я тут. Пойдем на пот. Камень, он схватил камень. Да ёперн тело, сейчас сдохну так скоро. Ну ничего, я твое тело заберу. Пока тебя нашел, пока дождался, уже был хп. Пойдем на остров. Ой, на плот. Давай, сходи на плот. Так пойдем вместе, а то ты сейчас опять пропадешь. В смысле, я тут. Сейчас будет ночь, просто ночью не видишь ничего. А я-то нормально вижу все. Отъешься. Так, короче, что я хотел сказать? А почему тут уже две дырки, а не одна? У нас что-то акула проела? Да, акула проела. Блин. Вот так оставляет, да, акула здесь одну? Вообще пипец какой-то. Стоило отойти, тут уже дырки в полу. Все, дырок в полу больше нет. Это хорошо. Я хотела вас всех пригласить в наш супер-мега-теплый дискорд. В очередной раз хочу пригласить в наш супер-мега-теплый дискорд, в котором нахожусь не только я, но и куча других стримеров, которые всегда готовы с вами поделиться, ну, своим настроением как минимум, а как максимум еще и самыми лучшими своими нью-фоточками. В общем-то, заходите, проверьте. Так, где-то она опять кусает. Ах ты, коза! Умри! Она сдохла? Да? Или нет? Нет, по-моему, просто упала. Она просто так отлетела резко. Так, мне нужно починить. Починил. Твои тут кокосики растут. Да, но до сих пор не упали, кстати, заметь. Это не кокосики, это манго, по-моему. Да, это манго. Да? Да. Со стороны в тени на кокос похоже. А ты посмотри, он сверху зелененьким подсвечивается. Да, я заметил. Бан. Большая тварь. На, стой, лети по прямой. Да аж нет, со стороны суши налетел. Что, где? Какой бан? Хернул в акулу хотя бы стрелу. Опа-да. Это я по акуле хернул стрелой, потому что я натянул тетиву и хотел в птицу. В смысле бан? Да что бан? Кому бан? Че я сделала? Кому что я сделала? Давайте мы, наверное, знаете, что сделаем? Съедим сейчас арбузика. Да, тебе бы похилиться, отъесться, отпиться. У меня фулл хп. Ты же сегодня ночью заходила к ветерку? Нет. Там... Ночью сегодня спала. Я не захожу к тем, ребят, кто не сидит в дискорде. Простите меня, это чисто не по стриму, конечно, разговор, но... я не сижу тех, кто не зашел в дискорд. Тем более ночью я сплю. Ну, это как бы логично. Так, я хочу сюда. Бан за рекламу. Ха! В смысле бан за рекламу? Алло? Попробуй меня забанить. Бугага. За 500 баксов? В смысле за 500 баксов? Что за 500 баксов? А, тебя просто меня... Тебя продавали за 500... У ветерка за 500 баксов? И чё, кто купил? Ты обогатился? Не, ну если обогатился, то это хорошо. При меня может кто-нибудь это... Тоже попродавать? Давайте сделаем это, торги. Хаку будем продавать за бабло. А чё не тебя? Мне 500 баксов не хватит на пластическую операцию. Так что я согласна хаку несколько раз продать. Во. Хитро. Ну, они же в любом случае вернут когда-нибудь хаку. Она же не вечно будет там в рабстве. Так что я успею его продать, потом еще раз, так сказать, вернуть. О, шлем пилота. И еще раз продать. У меня такой коварный план. Капкан.
Он ходил, говорил всем, пс, хомяк не нужен. Хомяка же, по-моему, бесплатно никто не берет, нет? Это, я тебе расскажу, что такое, это луц. Хака, это луц. Это бесплатное донатное сообщение для каждого зрителя, который находится на канале. Но мне это копеечка. Каждый луц несет мне часть денежку. Ну, денежку, короче, мне несет. Я же не про умеет, это тоже... Не умеет рекламить. Я тоже про это говорила, писала в стримовской. Говорила, ребята, если что нужно, обещайте себе, объясню, как это сделать. И будет вам донатить люди. То есть зритель, который не может задонатить сам, он может тебе просто делать донатное сообщение с Луца, и тебе заплатит сайт Луца, а не зритель. Это бесплатное сообщение, которое вот, вы видите на экран, и да. Оно для вас будет стоить ничего. А для вас ничего, да. Копеечку и плюс настроение. Вот, поэтому, ребят, пожалуйста, шлите Луца, я вам скажу большое спасибо, мяу. Денег дай, я и задоначу. Вот, ребят, еще раз говорю, если у вас нет денег, но вы хотите порадовать какого-нибудь стримера, просто возьмите, пошлите ему луц. Если у него, конечно, подключен луц к каналу. Луц — это донатное ваше сообщение, но будет светиться на экране после рекламы. Конечно же, после рекламы, которую показывает луц на канальчике, потом идет ваше сообщение. К сожалению, оно не зачитывается громко, как на обычном донат лес, например, да, то есть девушка там или мужчина голосом таким роботским своим не читает его, но тем не менее оно там есть. И для вас это ничего, по факту, а для меня это копеечка, черная копеечка, вот. Так, ну что, ты готов идти поражать цели взглядом? Наверное, надо пойти покушать что-то, например, рыбку. Жаль. Не умеешь добавить людей на луцы. В смысле? Ребята, пришлите луц, тогда Саш покажет вам свои сисечки. Хей, ха! Нет, надо говорить, кто меня в топе по луцам обгонит, тот получит питик на карту. И все. Сколько получит на карту? Питик, 500 рублей. Вот, короче, ребят, кто по... На все сольется, поэтому... Кто обгонит Сашу по луцам, он сейчас на первом месте по луцам, тот получит 500 рублей на карту. Вот, мини-ивент на стриме. Борьба за луца. Мне хватит, потому что Кис часто стримит ночью, когда я уже сплю. Да, Кис вообще часто стримит. Это есть повод, так сказать, есть всегда в разное время суток можно зайти и обогнать, не, обуть Сашу на 500 рублей. Во! Поняли, да? В общем, такой вот ивентик. Продам киску в хорошие руки, игривая, умная, неблагастая, все прививки поставлены, есть документы. Какие документы, можно узнать? Предоставьте, пожалуйста. Ну, на самом деле, ребят, вот честно, что-что-что, вот к лотку я не приучена, если что. Так что для вас будет сюрпризом. Будет там гадить там, где вы не ожидаете. Так, я приучена к унитазу. Вот давай не надо грязи. Как минимум, я себя еще и облизываю, потом вылизываю. Куда ты убежала? Спасибо тебе тоже, что зашел. Пока-пока, спасибо. За питы. Птицу вижу. Ты идешь? В смысле, ну нахер? Хамуса, тут, по-моему, нормально все. Киска приучена. Ты не в ту сторону опять идешь. Ну, в смысле, вот наверх подъем тоже. По холмам, по горам. 1 битс 2 евро. А, ребят, 1 битс, возможно, 2 евро, но так как у нас партнерка не нормальная, то есть не бомжатская, точнее, бомжатская партнерка, нам с битов идет 30% всего лишь. То есть делайте вывод. Копейки. Да. А, у меня не другой вариант, пусть лучше те деньги уйдут Кисе. Пойдут Кисе. В смысле? То есть человек будет кидать луцы, он хочет обогнать, он будет стараться, чтобы себе заиметь профит для этого. И тут он должен свой профит отдавать? Да никто не согласится. Документы у киски бережно охраняют чужаком. Чужаков к ним не пускают. В смысле? То есть ты берешь киску и перед этим предлагаю вообще оптимальный вариант. Продам химика. Хомяка не хочешь? Нет. Хомячков я не хочу. Хомячки, ребят, для меня это пища. Я их сцапаю и только потолстею, а профит от них никакого. Тоже не стрим, тоже какой-то авито. Хомяков тут продаем. Птицу вижу. Птицу слышу, точнее.
Бегу к тебе, подожди. Ну все. За камнем, она за камнем полетела. Я пошел отсюда. Она взяла камень, точнее подбирает его. И долго она там глупая, давай лети. Его сожрут, ну я говорю, сожрут хомячка, я же говорю. А! Она промазала, она промазала, она... Она косая. Курица косая. Павлин недоделанная. Вон, она летит, смотри. Да я вижу, да как с нее попасть в слух. Там ты... А у тебя сколько стрел на луке? 22. Музыка какая-то пошла, слышите, да? Отдам хомяка в хорошие 10. Руки. В хорошую клетку. Давайте в клетку. О, о, о. Смотри, тварь бегает какая-то. Я хочу эту тварь. Я хочу эту тварь. Себе, домой, на плот. Хочу на плот тварь. Пожалуйста, хочу эту плот. Сеткомет. Мне кажется, она нас отгоняет. Подожди, она где? Она куда-то делась? Она нас от яиц отгоняет. Надо дальше за яйцами. Киска не злая, потому что лапки. Ну, на самом деле, киска очень злая бывает, если ее очень сильно разозлить. О, тут хрень какая-то еще бегает. Ты что за ты хрень? Где вообще? Что это за... Это лама? Эй, а чего вы все от него убегаете? О, ребята! А вон птица. Птица камень берет. Вижу. Стреляю по ней. Убил? Нет. Или не убил? Нет, она поднялась. Ай. И камень на тебя бросила. Стрела, стрела, бери стрелу. Вот она, стрела, вот она. Вот она. Сколько мне знать, ей надо выстрел, чтобы ее покарать? Ну не знаю, сколько мы бьем акулу? Много. Стой, вот это еще одна лама. Ой, это та же, кстати, лама с моей стрелой же. Ты в попе торчащий. Йоу! Да. Йоу, лама, стой! Йоу, лама! Йоу! Блин, все, убежал. Отдам хомяка в хороший желудок. Блин. Хватай у нее стрелы из попы. О-о-о! Ламу убили. А что, как я расчленять? А как я расчленять? Наверное, вот так. Не улыбается нифига. Нафиг мы его убили? Не знаю, ты убил священную ламу. Эй, это там что-то падает. Это лук. А это цветочек упал. Это я выкинул что-то. Сволочь такая. Кинул и... А я тут думаю, все, разбайтилась киса. О. Тут какие-то красные... Ай! Ау. Ягоды красные. Вот они, ягоды красные, да? Где? Ты собрал? Аллилуйя. Нет, тебе оставил. Угу. Все, я смогу компотик наконец-таки сделать, надеюсь. О, ананас валяется. Еще бери. Один ананас. Бери, кушай. О, сундучок. Йоу! Где? Я собрала. Все, пойдем отсюда, пока птица у нас опять камень. И че, а где яйца-то? Где киси? Где птицыны яйца? Кисины яйца, кисины. Зачем мы так наверх забирались, если тут яиц нет? О! Тихо, камень опять, блин. Бежим быстрее наверх. Наверх еще? А, да, тут другой еще вверх. Конечно, это же не самый верх. Я думаю, все, уже расплакалась. Думаю, нафига мы так далеко забирались, чтобы только один ящик залутать. Ну, че, яйца-то мы не увидели, птицы. Вот. Вот-вот, я про то же говорю. А еще ягодки. Давай, собираем ягодки. Птицу смотри, чтобы она полетит с этим камнем. Так, вот теперь самый верх. Тут есть ящик. Акули ужин. Рецепт акули ужин. Ничего себе. Что-то вкусное. Думаешь? Здесь, кстати, тут... почему нельзя собрать вот эту ржавую антенну? Не знаю. О, бузики. Ягодки собирай. Вон там, кстати, еще что-то лежит. Где ягодки? А где птичьи яйца? Вон ягодки, вот они, вот они, вот. Вот. Окей. Фу. И все? А где и ради этого большой? Мы наверх забирались, да? Больше думали, сейчас что-то говорит. Будет. А тут нет ничего. Птица, ты нас на этот надула. Так, что, вниз спускаемся? Интересно, если я прыгну, я умру? Вроде тут не идет урон. Блин, мне страшно. Я скатился потихоньку.
Пойду птицу убивать за то, что она нас надула. Лама валяется. Птица, ты этот, нам задолжал яички. Иди сюда. Иди сюда. Ничего себе, смотрите. У меня полет, траектория полет такая странная, что я... Немножечко хреновенько. Так, ну я расстроена, ребят, честно, я расстроена. Я думала, здесь что-то будет интересное, а здесь нет ничего. От слова совсем. Да, вроде большой остров, а нифига. Да, нет. То есть на маленьких островах даже и то... Ну, в принципе, то же самое, не считая, что там животные. Нет. А те животные респаются, интересно, или нет со временем? Наверное, да. Прыгай в воду. Нет, там акула. С которой мы скоро сделаем рагу. Или что там можно вижу делать? Вижу птица. Акуле ужин. О, она за камушком полетела. Блин, она далеко полетела, я не вижу ее. Она вон сам внизу. Берет, берет, вытаскивает камень. Летит за ним, с ним. В меня? Нет, в меня? Да. А как в него попадать, если она так летает странно? Камень не берет, если... О, она снова за камнем полетела? Да, она снова... Да почему она прячется-то так? Так, а можно теперь не в меня? Она летит за камнем? И при этом... Тебя? И при этом, блин, она прячется. Да, в меня полетела. Нет яиц, нет смысла больше жить. Прыгай со скалы. Ты хочешь моей смерти? Признайся сразу. Ты хочешь моей смерти? Чует мое сердце, что он хочет моей смерти. Да, так, она опять куда-то, по-моему, за камнем полетела. Ну, с твоей стороны. Птица, ты в меня или не в меня? Ну давай отсюда нафиг, здесь больше делать нечего. Я-то думала, честно. Вот фиг тебе, а, в этот раз. Сколько же стрел? Охренеть, блядь, 10 стрел осталось. Поехали отсюда. Хочу. Я выйти. Разочарована. Вот я разочарована. Единственное, что... получилось с большой высоты? Я не с большой прыгала. В самый... Ой, я вижу птицу, она там камень лутает. Серьезно? Двух кабанов завалили, ребят. Только кожу я взяли. Попал в птицу. У тебя там все равно 9 жизней, чего бояться? Ну только будет потом 8. Нет, чё, раз 9, а у меня-то одно. Одна жизнь, точнее. Птицу вижу. Нет. Нет. Боже, она прям передо мной села, я лоханулся. Где ты? Где моя стрела? Так. Ой, что за звуки? Пить, 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 конечно же, пить. Тес, мне срочно нужны стрелы. Из чего они делаются? Деревья, еще кого-то там говна. Ты! Коза! Брысь! Брысь! Это мой ананас, и я его лутаю. Да ты задолбала камни лутать там, где я тебя не вижу. Что за прикол, птица? Угораешь, что ли, надо мной? Кидай свой камень, мне пофиг, я вот бегу. Так, давайте положим сюда. И говорите, мне нужно сделать. Давай прям передо мной упади, пожалуйста. Самый Китай опять убежала. Жареная курочка. Так, мне нужны стрелы, стрелы, стрелы. Какие тебе? Которые любые. Обычные? Любые. Любые. Камень, пластик и доска тогда нужны. Камень, пластик и доска. Нет, ягоды посадить нельзя. Так, делаем. Пластика нет? Да ладно.
она постоянно приземляется туда, куда я не могу дострелить. Так, чего не хватает еще? Камня не хватает. Все, у меня закончились стрелы. Я тебе могу принести 30 стрел. Давай. О, в смысле? Я же убежал вроде. Нет? Так. Так, все, бегу. Бегу! Держись, держись! Да я нормально. Все равно держись. Держусь. У меня уже лук почти сломался. Вон я. Сзади, 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 сзади. Так, нам. Опа. Так, где она там летает? А вон она. Все, отогрелась от меня. Птица, я хочу твою Птица морду. Птица счастья завтрашнего дня. Прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Все, ты согрелась на так, меня. Так, не поняла, давай. Где у нас один опреснитель? А, он сломался. Нифига себе, нам рыба, акула та самая. Опреснитель один сломал. Маленький? Да. Попал в птицу еще разочек. Так, что у нас тут еще есть вкусняшного? Она отрегинилась, конечно, за это время. Нифига еще не видно. Ну, кому как. Во тьме ночной при свете дня я птицу убиваю. Не знаю как. Это хардкор. Она при мне приземлилась, аллилуйя. А, я лоханулся, я... Что такое? Я дико лоханулся. Я хреново натянул тетиву, и стрела моя летела в пол. Так, у нас есть. Так, смотрим теперь, что нам нужно. Одна ягодка, одна арбузика, один манго и один... Раз, раз, раз. Еще раз попал. И ягод. О, сейчас компотика наберем. Вкусняшку сделаем. Раз. Два. Три. Три раза попал. Четыре. Ю-ху! Все, ребят, первый раз буду готовить. А если птицу так же лутать хреново? Ну, я думаю, так оно и будет, скорее всего. Это будет плохо, потому что я задолбался уже убивать. Вы знаете, с нее сейчас максимум два пера упадет, и вообще будет замечательно. Я, конечно, не каркаю. Так, опять это... Блин, Ты же уронил уже камень, птица, ты она отломала, сволочь, она отломала все ловушки. Пока, блин, короче, это получается. Ой, мне еще... Еще 8 твоих стрел есть. Ты скинула камень, нет, птица? Да. Ух уж это акула, акула, ребята. Она баганая. Она когда камень собирает, ей урон не проходит. Я думаю, почему я не попадаю? А по ней просто урон не подходит, не проходит. Что за хрень? Круто. Совсем ошалела, что ли? Бил-бил птицу, бил-бил и понял, что пестолку бил. Нет, когда она приземляется, по ней урон не идет. Да, это бред. Я уже это поняла, да-да-да. Ну, давай в полете тебя убивать, где ты там? Так, камень вот так. Снова собираешь. Вот так. Стой. А так, вот рыба. Иди сюда. Четыре раза попал. Положим сюда. Жареную рыбку. Блин, досок не хватает. Пять раз попал. Да хрен тебе не камень. Я живучий гомнюк. Гомнюк, он просто гомнюк. Тебе меня так просто не убить. Вот только мой лук скоро сломается, конечно. Починим. Скинула камень?
Или нет, не понимаю. Где ты? А, вон там тише. Камня у тебя нету. Ну и все здесь подрала, вот все подрала, вообще ничего не осталось. Это акула, блин, акула. Так, что я хотел? Я хотел сделать удочку. 6 раз попал. Я убил ее. О, да! Я поднял ее. Я могу маску ее одеть. О, да, давай, спускайся, беги ко мне. Кар-кар-кар. Лети ко мне. Кроме маски, что есть еще? А это весь лот, что ли? Это шутка такая? Что такое? 4 куска мяса маленького и 12 перьев. Что, простите, пожалуйста? Почему так мало? Знаешь, это вспомнило опасного пацана, типа, ули тут так мало. Ты мне много мяса должна была. Чё, 4 куска. Смотри, какая морда птичья. Смотри на меня. Ну-ка. Взгляни на себя. О боже мой, ты петушок. Саша, ты петушок. Сделай. Фу, я думал, она большая такая. Она прям фу. Фу. О, снимай. Где там кабаня маска? Где там... Маска кабана. Фу, я думал. А знаешь, думал, большая такая голова будет. На тут... тебе это. Эти еще стрелы. Да. Я разочаровался в этой птице, если честно. Это просто. Если вы будете играть в рафт, не убивайте эту птицу. Она просто того не стоит, да? Да, она вообще того Всё, не стоит. Все, плыви давай отсюда. Плыви. Я подожди, я тут изучу акулью эту рогушку. А я не могу изучить. А почему не могу? А это рецепт? Да. Поставь его, повесь туда. Повесил, изучить нельзя. Почему-то. Так, не поняла. Я тоже. Че, сломал, что ли? А. Так. Так, окей. Ножки, тебе ножки. Так, кому тут? Почему объедки? Я отойду. Сейчас приду. А что объедки делают? Объедки тоже можно есть? Ничего себе, даже не знал. Так, ну что, я думаю, можно прощаться с этим островом, да? Бурьяна. Единственное, что вот мы не посмотрели здесь дно. И, честно говоря, даже я хз. Очень странный остров. В том плане, что дно какое-то, оно нестандартное. Ну, вы видите, да? Вообще ничего нет почти. Водорослей нет. А, ну, песочек нашла. Это что? Глина. Это глина. Таблетки одни работала. Кусака недоделанная. Ах, ты мне не сказал, пять. Ты мне не сказал опять, да? Что? За одну минуту до. А у меня что, будильник не сработал? В смысле, я даже будильник поставил. Да. Когда будильник немножечко подвел. А, ну ничего, бывает жизнь, огорчение.
Странно, мне пишется, что у меня ноль людей на стриме, хотя я вижу, что там есть народ. Ну, как ты меня обманывает YouTube? Ой, то есть, господи, Twitch. Не знаю, не знаю. Короче, что мы делаем? Мы плывем дальше, я так понимаю, да? Я разочаровалась слегка. Не разочаровалась сдох. Я слегка в этом претлинце. Господи, господи. Разочаровалась я слегка в этом острове. Да хорош меня кусать! А, я почти умерла. Ух, эти дырки в полу, блин. Разочаровалась я. Твоя лейка работает. Я вроде поставить-то поставила. Нет, я ее поставить, но туда нужна батарейка. Поэтому она просто стоит для красоты. Ну, типа, знаете, мы у нас цивилизация. Так, у нас, смотри. Здесь маленькая птица летает надо мной. Давай улетаем отсюда. Линца. Или уплываем. Ладно, поехали на рандом. Честно говоря, я не вижу плыли. Дальше цели, вот честно. Я плыла к большому острову, я до него доплыла, я убила птицу, и ничего с этого я не поимела, честно. Я тоже немного разочарован, типа, мы нашли небольшую какую-то вышку, но это не вышка, даже, наверное, не знаю, что это, типа, нефтекачка или что это. Но там было лута намного больше, чем на острове. То есть, ты убиваешь птицу там довольно-таки сложно. Получаешь лишь 4 куска маленьких мяса. Ты тратишь за все время убийства этой птицы больше мяса, чем получаешь с нее. Ты получаешь гребаную какую-то маску с нее, которая прям очень стрёмная. Получаешь 12 перьев. 12 перьев — это 2 птицы, которые убивают с одного выстрела. Да, с одного, а ты здесь потратил сколько? Да хренища. Да хренища. Убиваешь 2 птицы, вот тебе 12 этих перьев. Вообще, в общем, ребята, мы разочарованы. Мы думали, что будет все лучше. Так, не понимаю, почему. О, смотри, дождь идет, и мне даже поливать не надо. Ну, хоть где-то логика дождя работает правильно. Да. Так, а почему я здесь не могу на Е нажать? А то в некоторых играх дождь льет, ты как бы мокнешь, а урожай твой этот... Все равно поливать приходится. Вот, смотрите, поливается. Прикольно! Расти, расти, детка. Голова... Трески? Че это, треска была? Ёшкин кот, я-то думал, там что-то... Интересно, а тут голова трески, блин. Интересно, есть какой-нибудь годный survival, где есть много крафта, и он будет интересный. И без багов. Не знаю. Вальд, как там мы играли, который Outlast, блин, ну, в общем, ты понял. Outlast. Да, Outlast. Но она баганая. Ты же заметишь, что она баганая. У меня постоянно были траблы с этим поездом. У меня постоянно текстуры не прогружались. Ну, мне тогда Rust, может быть. Rust, она больше шутер. Ребят, может, вы подскажете? Я придумал, какой ивент провести. Нужно просто закинуть инфу в группу контакта о том, что типа, чтобы люди накидали годных предложений по играм, именно survival таких вот, как типа Rafta. Ты понимаешь, что как бы есть определенное количество, есть определенные игры, которые уже всем известны, и больше люди не придумают. Ну, пусть хоть что-то понакидывает, мы посмотрим, оценим и самое лучшее выберем. И тот, кто предложит самое только годное, получит... Там бьет, 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 бьет.
А, я убрала. Коза! Всё, убита, убита, убита! Останови, 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 останови! Торможу. Ребят, кто хочет получить пару рубликов за годную идею, в какую игру можно поиграть? А как понять, как будет оцениваться годность идеи? Ну, как? Люди накидают игры раз с разным названием. Мы все всё, посмотрим, мы их по возможности проверим и поиграем также на стриме. И птица! Птица! Поиграв, мы как бы поймем, стоит ли она того. Ты прямо этого попал! А, еще раз! Да боже! Мое чутило! А, чутило! Собственно, свое же чутило и пробил. Покалечил. А ты знаешь, как этот? Мотивация для людей накидать каких-нибудь годных игр, во что можно такое поиграть годное. По сути, на данный момент я хотел бы поиграть в Горизонт. Но он, во-первых, платный, во-вторых, я не знаю, если купить... В смысле самый... Горизонт? Ой, не в Горизонт, а как она? Ну, я тебе помню, скидывал, она платная еще. Еще в этот, Нет, не помню. Что конкретно? Сейчас посмотрю, она мне где-то вроде... Так, есть. Мы положим это сюда. И соберем еще кучу всего, что здесь нападало. Так, а я хотел попить. Попить, хочу пить. Так, и еще что хотела я сделать? Я хотел построить еще ловушек. А, вот, Population Zero. С виду она вроде довольно-таки очень прикольная. Но я особо не видел, чтобы в нее играли. То есть она как-то... Так она закрыта еще. Понимаешь, там еще не всем доступ. То есть нужно, чтобы попасть, нужно купить доступ. Чтобы попасть на ранний доступ. Купить, чтобы попасть на... То есть получить возможность купить игру, да? Да. Ну, карту покупаешь, получаешь какие-то там определенные плюшки для своего героя и получаешь доступ к ранней версии игры. Это тоже survival? Да, это тоже survival, это тоже крафт. И там, знаешь, довольно-таки много крафта, плюс у тебя есть таланты. Как мы по-разному, скажите, пожалуйста. Я тебе ссылку еще раз закину. Интересно, посмотришь потом. Птица, птица, птица! Вижу. А я сейчас опять в чучело буду своих стрелять. Да она не умирает с каменных стрел с одного выстрела. Проказница. Проказница какая, а? Она, знаешь, вот этот Population Zero, или как она там? Да, Zero напоминает этот. Norman Sky, но у нее более лучше этот. Более лучше она настроена, то есть не совершает такие ошибки, как Norman Sky, где там животные прям дико багались. И причем там типа очень много-много всяких этих планет, тут же такого нету. Так, я пойду посмотрю, что там нам показывает. Ой, не туда? Кстати, давай сделаем акулю эту штуку. А что нужно для этого? Не знаю, сейчас заглянем. Батарейка. Салат из молока. О, впереди 1129. Посмотри, вон туда плыть. Куда смотрит, короче? Не могу этот акулий ужин. Иди сюда, пожалуйста. Посмотри. Можно приготовить в котелке. Дай мне рецепт. Где ты? Да вот она я. Он скинул. Где, не вижу? Вон, а, вот, вижу. Вот, лежит. Так. А, так вот котелок у тебя, поставь его себе в рецепты. Вот. О, у меня есть один кусок акулы. А че за синенько такое внизу? Цветочек, наверное, веточка цветка. Ты думаешь? Вот он не такой знаю. Же есть салат из лосося. А у нас гриб есть? Нет. Прости, но у нас не будет никаких таких вещей. Одно разочарование в этой игре. Овощной супчик.
Птица. Да, я уже выкрою. Хоть что-то. Вот два куска мяса с маленькой птицей, которая умирает с одного с двух выстрелов. С большой же выпало 4. Так, это хорошо. Где же весь дроп у нас? Так, я вижу плот справа. Справа далеко. Ой, я зашел, смотрю, этот. Ханчик зашел в роя. Ты сколько еще собираешься играть? Вот, посмотри, вот, вот туда бежать, вон туда, вон. Вон, вон, вон. А, вижу. Йоу, йоу. Уже на самом деле чуть-чуть. У нас статья стоит. Че, до сих пор стоит, а как мы плывем? Мы не плыли вроде. Странно. Эх. Что такое? Давай, наверное, будем закругляться на этот раз. И пойдем. Ну, до плота, да, доплывем и пойдем. Пойдешь, сходишь в роя. Разочек тебе же нужно сделать одну эту. Блин, у меня нету. В роя у меня уж точно времени не хватит. Так, бочку вижу. Время, а у меня нету, у меня нету этого лопаты. Зачем тебе лопата? Ну, чтобы доплыть. А, да мы доплывем, наверное. Доплывем медленно, наверное. Опа! А, я успела, я успела. Так, сундук собран, все можно собрать. А, а, залезь. Сашка номер 3 тонет. Это уже Сашка номер 3? Он утонул. С Богом. Он утонул, но обещал вернуться. Он, кстати, смотри, как плывет странно. Он не на дом прям тонет, но как-то. Он всплывает еще, походу, нет? Угу. Не особо стремится. Как только мы, грубо говоря, уйдем, да, он сразу всплывает и плывет дальше. Типа, хе-хе, я вас обманул. Я на самом деле плыву дальше. Он собирает вкусный лут, а потом появляется из ниоткуда. Да. Так, надо скинуть якорь. Можно на этом парковаться, так сказать. Надеюсь, тут... Зачем скинуть якорь? Зачем нам здесь портоваться? Посмотри, это куда нам... Это путь? Ну, хорошо. Все, давайте на этом, ребята, все. Что ж. Тысячу метров плыть. Тысячу метров до следующего острова. Не знаю, стоит ли нам туда ехать или не стоит. Что нам это даст, я тоже не понимаю. Потому что что-то как-то вот реально я ожидала большего. Ну, честно, я ожидала большего. В общем-то, с вами была Киса, Саша и наше глубокое разочарование в виде победы над птицей и корабля Победа под названием Победа. Все, нарисуем с тобой когда-нибудь обязательно на нем название, где-нибудь на заднице вон там напишем Победа и будем плыть в великое, светлое будущее. А вы берегите кисок. Спасибо, что вы были здесь. Киски всегда рады вам. Поэтому заходите почаще, говорите привет. Не забывайте подписываться на каналчик. В принципе, просто хотя бы быть зрителем на этом канале. Всем пока-пока, с вами была Киса, Саша и какая-то плохая акула, которая решила под конец... Бонзай! Ну, мы ей отомстили. Все, пока-пока.